Снова я, Наталья. Куплен сегодня для уборки. У меня помещение чистим, мешки мусорные, губки для мытья посуды. Ну, вот мои зайцы, все собираются, мои зайцы, да? Ай, давай, мои, ой, мои, скорее, моя цыга. Ай-яй-яй-яй, вся моя братва, да? Ой, да, ай, мои, ой, мои, ой, мои. Ой, мои. Вот. Моя детвора. Моя красота. Вот такой вот у меня домик. Вот я заколачиваю. Сейчас к лету буду как бы, ну, их уже снимать. Понятно, доски лишние, потому что... Ну что такое? Что? Тихо. Витя. Ой, ну тише вы, господи. Ну, зайцы мои, мой Витенька. Ну, Витеньку милого обидели. Ну, Мотечка, все. Все, все мои зайки, вы аккуратно. Зайца надо выкопать вообще этот кол. Витюша, пойди скорее, пойди. Не проткнул бок-то, Витя. Ой, вот так вот мы, видите, сейчас вот... Ой, у нас тут стоит столбик железный. Вот, сейчас. Все, не бегаем. Аккуратно. Вот, надо будет его сейчас срочно как-то мне выкопать, убрать, наверное. Не знаю, чем. Сейчас буду его убирать, потому что вот 2 года стоял, и все равно хоть кто-то, но на это на все нарвался. Наташа? А? А можно туда убирать? Вот. В общем, вот так вот мы живем. Гуляем сейчас. Фу! Так, нельзя! Сейчас мы пойдем убираться. Вот.